Здравствуйте, с вами компания Микротон. И сегодня я вам расскажу о комплекте микронаушника Light Plantronics Power. В комплект входит микронаушник и гарнитура. Фирменная упаковка и гарантийный талон. Аксессуары. Зарядное устройство для гарнитуры, комплект батареек и устройство для извлечения батарейки из микронаушника. Чтобы подключить комплект к телефону, необходимо сначала включить сам микронаушник. Для этого достаточно вставить в него батарейку. Батарейка имеет две стороны. Сторона с черным кружочком – минус, и плоская сторона – плюс. Он нарисован. Вставлять батарейку в микронаушник необходимо плюсом к толстой части наушника. После того, как вставили батарейку, микронаушник начал работать. Он немного шипит, это индикатор того, что он работает. Теперь вставляем микронаушник в ухо. Вставлять нужно динамика в направлении барабанной перепонки. Но положение микронаушника вокруг своей оси имеет значение. Правильно размещать так, чтобы сторона с батарейкой была направлена вверх. Для подключения гарнитуры к мобильному телефону необходимо передвинуть бегунок на боковой стороне гарнитуры из положения красное в положение черное. Светодиод мигнул синим. Гарнитура включилась. Теперь, чтобы гарнитура стала доступна для подключения к телефону, удерживаем центральную клавишу на передней панели до тех пор, пока не начнут поочередно мигать синие и красные светодиоды. Далее заходим в меню настроек Bluetooth в телефоне. Включаем его и активируем поиск, если телефон не делает поиск автоматически при включении. Находим устройство под названием PLT-ML-XX. Нажимаем на него. Если запрашивает пароль, вводим 4 нуля. Все, гарнитура подключена. Приходит входящий звонок, и в наушнике мы слышим характерный звук. Громкость микронаушники регулируется либо в телефоне, либо с помощью кнопок на противоположной от включения торца гарнитуры. Клавиша на передней панели функциональна. Одним нажатием на нее при входящем звонке мы можем поднимать трубку или двойным нажатием набирать последний набранный номер. Гарнитура Plantronics Power предназначена для шумных помещений или для тех случаев, когда одеть на шею ничего нельзя. Гарнитура, если мы используем магнит, все же должна быть одета на шее. Но с акустическим микронаушником, благодаря усилителю, гарнитуру можно одеть на плече или вовсе, сложив индуктивную петлю в кольцо, положить в нагрудный карман. Микрофон усиленный и отлично воспринимает шепот. Он размещен на отдельном проводе для удобного расположения в рукаве или под воротником. Комплект готов к работе. Успешной вам эксплуатации!